Наша Земля славится богатыми природными ресурсами, огромной территорией и не меньше этого духовными сокровищами, вмещающими в себя бесценный культурный опыт поколений. Команда программы «Большая страна» путешествует по всей республике, чтобы не только показать туристический потенциал Казахстана, но и изучать сакральные тайны нашего народа. Преодолевая тысячи километров дорог, мы складываем из отдельных пазлов яркую мозаику, неповторимый облик нашей Родины. Путешествие во времени возможно, во всяком случае, теоретически. И один из способов физически двигаться со скоростью света. И второй – органические. Остановить все биологические процессы. По сути, просто заморозиться. И спустя тысячи лет разморозится. Но в Павлодаре есть более популярный и не такой энергозатратный процесс. Просто нужно посетить историко-краеведческий музей имени Григория Потанина. Музей был основан в 1942 году на базе областного отделения общества изучения Казахстана. Его основатель – фотограф-краевед Дмитрий Багаев. В 1959 году музею присвоено имя уроженца Павлодарской области Григория Потанина, известного путешественника, исследователя Средней Азии. Само здание состоит из 8 залов, раскрывающих историю и культуру края. Также имеется научная библиотека. Большая гордость музея – его фонды. Их коллекция пополняется из года в год. И сейчас в хранилище насчитывается более 70 тысяч экспонатов. Первое, что бросается в глаза – это палеонтологическая коллекция. Нравится делать селфи в музеях? То вам однозначно сюда. Найдутся уникальные экспонаты для тех, кто интересуется археологией, этнографией, фотоматериалами, предметами изобразительного искусства, документалистикой. Не уйдут без своих персональных открытий любители естественных наук. Гордостью нашего краеведческого музея имени Григория Потанина является уникальный экспонат, относящийся к кимакскому периоду. Это женский головной убор «Болтка», выполненный из тонкого листового серебра. Он был обнаружен во время раскопок в Краснокутском, это ныне Актугайский район, известным археологом Фирзаёй Арслановой. Болтка – высокий конусообразный головной убор, и в зависимости от материала, из которого он был изготовлен, можно говорить о социальном статусе его хозяйки. И вместе с хозяйкой была захоронена лошадь. Кроме этого, в погребении было обнаружено серебряное зеркало с изображенными на нем бегущими 12 животными, а также конская упряжь, изготовленная также из серебра. Перед вами в следующей витрине это такие уникальные экспонаты. Они были найдены во время археологических раскопок, проведенные работы в урочище Акульжи-Эльма. Это останки мавзолея, которые относятся к XII-XIII веку. Вдохновившись историей края, мы отправились на еще одну достопримечательность не только города, но и всей страны, чтобы лично внести лепту в научную историю региона. Это знаменитый памятник природы «Гусиный перелет». Прошло уже 90 лет с того момента, как здесь находят останки животных, которые жили 8-15 миллионов лет назад. Когда-то здесь была влажная, теплая саванна. Как считают специалисты, палеонтологи, много миллионов лет назад здесь обитали жирафы, шерстистые носороги, предок лошади гиппарион, саблезубый тигр и десятки других животных. Причем некоторые из видов здесь были открыты именно впервые на гусином перелете. Ах, как же хотелось принять участие в извлечении различных останков животных, возможно, даже динозавров, находящихся в толще земли, размываемой рекой. Увы и ах, погодные условия не позволили нам сделать это. К счастью,
нам предложили то, от чего мы просто не смогли отказаться. Еще с 70-х годов наш университет занимался палеонтологическими изысканиями на месте гусиного перелета. Очень много находок на этом гусином перелете. Костей саблезубого тигра, гипериона, жирафа, сосисого носорога находятся в музее нашего университета. И очень бы хотелось, чтобы увидели эти находки люди, и не только наши студенты, а вот приглашаю вас увидеть все эти находки в музее нашего университета. Музейный комплекс является научно-исследовательским, культурно-образовательным и воспитательным подразделением главного вуза области, хранилищем памятников естественной истории природных регионов Казахстана. Основная миссия музея – участие в подготовке высококвалифицированных специалистов – биологов, экологов, географов и историков. Небольшой зал вместил в себя экспозиции, биогрупп животных, а также палеонтологические и археологические находки, встречающиеся на территории области. Здесь у нас представлена витрина, посвященная гусиному перелету. В 1928 году это местонахождение открыл Юрий Александрович Орлов. Были найдены кости животных неогенного периода. В данном случае у нас здесь показаны палеонтологические сборы 1982 года, носорог, различные костные останки. Здесь вы видите геологический стратегический разрез гусиного перелета, а также реконструкция гипериона. Видите череп, конечности. Все, что вы видите здесь, это сделано было нашими магистрантами, студентами, жираф. То есть тоже также относится к гусиному перелету. Также были найдены костные остатки различных гиен, мелких кроликов, гипарионов. Это было найдено очень много костей, именно гипариона, костных остатков. Древнейшая история края раскрыла свои тайны, но и последнее столетие для тех, кто хочет познать Павлодарскую область, невероятно интересно. Особенно в рамках сакральной географии Казахстана. В Баянаульском районе находится один из сакральных объектов страны – мавзолей поэта, мыслителя Машкора Жусупа Купеева. А в самом Павлодаре у вас есть возможность посетить мечеть, посвященную народному герою, которая располагается в центральном парке города по улице Каирбаева, 107. На первый взгляд, здание по форме напоминает восьмиконечную звезду. Есть мнение, что форма мечети ассоциируется с раскрытым сердцем, олицетворяя добро, свет и мир. Высота минаретов составляет 63 метра, а купола с полумесяцем – 54 метра. В целом, весь архитектурный ансамбль мечети занимает территорию в 6 гектаров. Ну а когда заходишь в мечеть, первое, что бросается в глаза, это великолепная люстра – зумруд, которая изготавливалась по специальному заказу в Ташкенте. Чтобы больше узнать о том, чье имя носит эта достопримечательность, мы встретились с прямым потомком Машкор Жусупа Купеева – Жусупом Нуртаем. Он рассказал о трудах и заслугах своего предка. За 70 лет своей жизни он сделал многое для народа. Писал стихи, дастаны, в совершенстве владел арабским и персидским языками, что позволило ему изучить поэзию Востока. На сегодняшний день его труды восстанавливаются при помощи перевода с арабского и персидского языков. В 2013 году были опубликованы его произведения в 20 томах. Но стоит отметить, что он часто пользовался сокращениями, которые довольно трудно понять и перевести. Среди народа он почитался святым, поэтому место его захоронения часто посещают паломники с разных концов земли. Ну что же, пора подводить итоги. За сегодняшний день нам довелось не только познакомиться с историей края, но и побывать на месте палеонтологических открытий, а также лично познакомиться с потомком известного просветителя, поэта, историка, востоковеда и этнографа в одном лице – Машкор Жусупа Купеева. Но на этом наши приключения не заканчиваются. Нас ждут новые знакомства и путешествия. Увидимся на следующей неделе. До встречи!